Восток встретился с Западом на ступеньках Института костюма при музее Метрополитен в Нью-Йорке. Здесь открылась новая выставка «Китай через зеркало». Тема Китая стала основной и для нарядов всех гостей, которые пришли на традиционный бал, знаменующий открытие экспозиции. Вход на мероприятие стоит 25 тысяч долларов. При этом Восток с Западом встретился не только в костюмах, но и в реальной жизни. Помимо таких голливудских знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Джордж Клуни и Ким Кардашьян, по красной дорожке прошлись и самые известные актеры и актрисы из Китая. Среди них Ли Бинбин и Гун Ли. Посетила вечер и Лю Вэнь, которую считают первой китайской супермоделью. Я не думаю, что это вечеринка. Главная тема здесь – искусство. Я была здесь уже 6 раз, и каждый раз я почерпнула что-то новое, потому что каждый раз они представляют что-то новое. В этом году главное внимание уделили Китаю. Мне это особенно приятно, и я наслаждаюсь вечером. Певица Риана, которая в этот вечер развлекала гостей, поднялась по ступенькам музея в наряде, который создал китайский дизайнер Гу Пэй. А модель Наоми Кэмпбелл сказала, что этот вечер – возможность повеселиться и встретиться с друзьями. Хочу увидеть выступление Рианы, не могу дождаться. Еще хочу со всеми встретиться, увидеть людей, которых давно не видела. На выставке представлено 150 китайских нарядов, костюмов и аксессуаров от 40 дизайнеров. Экспозиция расположилась на 2 этажах. Посетители смогут отправиться в путешествие по китайской истории через призму восприятия западных модельеров. Экспозиция будет открыта с 7 мая по 16 августа.